Мотивы человеческой греховности и глупости доминируют в творчестве Босха, но в полной мере оценить их важность можно лишь в контексте более крупной темы средневекового сознания и искусства. Тема эта – страшный суд. Наступление судного дня открывает последнее действие долгой и бурной истории человечества, начавшееся с грехопадения Адама и Евы и их изгнания из Эдема. В этот день мертвые восстанут из гроба, и Христос во время своего второго пришествия в мир будет судить всех, отделяя агнцев от козлищ и воздавая каждому по делам его. Как предрек он сам, праведники наследуют царство, им уготованное от создания мира, а грешники пойдут в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. Ход времени остановится, начнется вечность. Средневековая церковь одной из своих самых важных задач считала приготовление верующего ко дню страшного суда. Объясняла, как должен вести себя человек в земной своей жизни, чтобы попасть в число блаженных. Предостерегала отступников и злодеев, суля им ужасные наказания, в том случае, если они не исправятся. Фома Кемпийский в своей книге «Подражание Христу» выразил этот постулат таким образом. «Если любовь к Богу не удерживает тебя от греха, то пусть, по крайней мере, удержит страх перед адом». И для поддержания этого страха бесчисленные книги и проповеди, с леденящими кровь подробностями, живописали вечные муки, уготованные грешникам. Тем более, что размышления о страшном суде и о преисподней играли важную роль в духовной жизни верующих, включая тех, кто разделял идеологию движения «Деватио Модерна» – «Новое благочестие». Абсолютная неизбежность загробного возмездия еще больше усиливала страх перед ним. Во все времена находились пророки, предрекавшие скорый конец света. Но с особенной силой это ощущение гибели, грозящей роду людскому, проявилось в конце 15 века. Себастьяну Бранту казалось, что человечество погрязло, закоснело в грехе до такой степени, что страшный суд должен будет начаться уже совсем скоро. И другие писатели считали, что мир находится в преддверии последних времен, и когда исполнятся сроки, и они настанут, сбудутся пророчества, явленные в Откровении Иоанна Богослова. Эпидемии, наводнения, другие стихийные бедствия воспринимались как проявление гнева Господня. В любом политическом событии люди усматривали знамения царя царей и антихриста. В 1499 году некий германский астролог уверенно заявил, что 25 февраля 1524 года начнется второй потоп и мир погибнет. В 1515 году Альбрехт Дюрер сделал акварельный рисунок, запечатлев свой знаменитый сон о последнем бедствии. Ему привиделось, как исполинские водяные столбы обрушиваются на землю и сокрушают ее. Незадолго до этого Леонардо да Винчи с обстоятельностью истинного ученого изобразил целые города, смываемые с лица земли разбушевавшимися потоками воды. Но нигде эта постоянная хроническая тревога, присущая всей эпохе, не нашла такого полного и яркого выражения, как в босховском триптихе «Страшный суд», созданном, очевидно, в середине творческого пути художника. Это самое масштабное из его уцелевших произведений, на левой и правой створках которого представлены выполненные в технике Гризаля фигуры святого Якова Великого и святого Бавона. Хотя апостол Яков изображен на фоне угрюмого, внушающего беспокойство пейзажа, ни это панно, ни парны
нему образ святого Баона, не могут подготовить нас к восприятию апокалиптических сцен, разворачивающихся на трех внутренних досках, где показана вся история человечества, начиная с грехопадения. Сцены, иллюстрирующие вторую и третью главы книги Бытия, разворачиваются в цветущем райском саду. На переднем плане представлено сотворение Евы, а чуть поодаль – сцена искушения первых людей. На среднем Херувим с огненным мечом изгоняет их из Эдема. Одновременно с этим в облаках происходит низвержение восставших ангелов, которые в полете с небес на землю превращаются в демонов. В книге Бытия ничего не говорится о том, как обуяны, гордыня Люцифер и его сторонники подняли мятеж против Бога. Но это было описано в иудейских легендах и вошло в христианское учение еще на самых ранних стадиях его формирования. Эти ангелы грешили, и князь тьмы, завидуя Адаму, заставил его в свою очередь согрешить. В более поздних преданиях приводится иная версия. Бог для того и сотворил Адама и Еву, чтобы их потомки заняли освободившиеся места падших ангелов. На этой картине Босх запечатлел пришествие греха в мир, тем самым объяснив необходимость страшного суда. То, что в изображении страшного суда включен эпизод грехопадения, весьма необычно. Две другие створки венского триптиха отстоят от традиционной иконографии еще дальше. Как правило, главную роль в этой эсхатологической драме художники отводили небесам. Например, в алтарном образе Рогера ван дер Вейдена основное внимание уделено самому процессу суда. Осужденные занимают там скромное место. Они явно второстепенные, в отличие от праведников, ликованию которых уделено большое внимание, чем отчаянию грешников. В версии Босха божественный двор, размещенный на самом верху центральной доски, едва заметен. Избранных можно перечесть по пальцам. Подавляющая же часть рода человеческого вовлечена во вселенский катаклизм, бушующий в жуткой и темной воронкообразной бездне. Обширная программа этого кошмарного видения представляет агонию Земли, гибнущей не от потопа, как воображали Дюрер и Леонардо, а от огня, в полном соответствии с предсказанием, содержащимся в мрачном гимне XIII века «День гнева». Когда настанет День гнева, мир превратится в блистающий пепел. Вероятно, на Босха оказали сильное влияние картины, содержащиеся в Откровении Иоанна Богослова, которое в конце XV века вновь обрело невиданную популярность после того, как Дюрер в 1496-1497 годах проиллюстрировал его гравюры на дереве, создав свой знаменитый цикл «Апокалипсис». Широкая долина, занимающая почти все пространство центральной части триптиха, это, судя по всему, долина Иосафата, где по содержащимся в Ветхом Завете указаниям и должен происходить страшный суд. На заднем плане видны объятые пламенем стены земного Иерусалима. У Босха земля стала неотличима от изображенного на правой части ада, откуда навстречу грешникам надвигаются полчища сатаны. По утверждению писателей-мистиков, грешные души в аду будут более всего страдать от сознания того, что они навсегда лишены счастья лицезреть Бога.
Однако в представлении большинства людей за грехи им уготованы муки телесные и столь нестерпимые, что, по словам одного средневекового проповедника, самое сильное страдание, испытанное в земной жизни, покажется в сравнении с ними всего лишь умощением какими-нибудь притираниями. И преисподняя Босха также предстает неким застенком, где причиняют боль физическую. Бледные тела обнаженных грешников расчленяют, кромсают и рвут. Их терзают змеи, их бросают на раскаленные жаровни и мучают дьявольскими орудиями пытки. Одного из грешников, насадив на вертел, поджаривает на медленном огне маленькое уродливое существо. Другого дьяволица бросила на раскаленную сковороду, готовя из своей жертвы яичницу с ветчиной. Яйца лежат у ног этого демона в женском обличии. Все это сопровождается адским концертом, а дирижируют музыкантами чернолицый монстр. Когда Боск создавал свой ад для столешницы семь смертных грехов, каждому из этих грехов соответствовала своя кара, ибо нет такого порока, за который не последовало бы воздаяние. Как писал Фома Кемпийский, выражая распространенное в его эпоху убеждение. Насколько последовательно руководствовался Боск этой формулой при создании страшного суда, сказать трудно. Но все же по разным видам мучительства можно установить, за какой из грехов страдают жертвы. Так, например, грешивших алчностью варят в гигантском котле, установленном у одной из построек в центре. Рядом два демона вливают в рот тучному чревоугоднику содержимое бочки. А чем беспрестанно пополняется это сомнительное угощение, мы увидим в окне, откуда через воронку льется поток испражнений. Похотливая грешница на крыше подвергается домогательствам исполинского ящера, обвившего своими щупальцами ее талию, покуда два демона, аккомпанируя на лютне и дудке, поют ей серенаду. Расположившиеся на скалистых уступах справа демоны-кузнецы, положив свои жертвы на наковальню, расплющивают их ударами молота, а еще одного несчастного подковывают, как лошадь. Это воздаяние за грех гневливости. Иные грехи и кары из них можно определить по надписям, которые сопровождают сцену ада столешницы из Прадо. Другие изображены в соответствии с литературными традициями описания преисподней. В эпоху позднего средневековья бурно расцвел жанр рассказа людей, побывавших в аду и вернувшихся, чтобы поведать о своих впечатлениях. Самое знаменитое из показаний очевидцев – это, разумеется, ад Данте, оказавший огромное воздействие на многие поколения итальянских художников. Хотя Боск не воспроизводит все эти описания буквально, не вызывает сомнений, что он был знаком с ними. Это явствует не только из совпадения в изображении пыток, но также из точной топографии ада со всеми его печами, раскаленными жаровнями, озерами и реками, где корчатся грешные души. И наружность его демонов также имеет литературную либо художественную первооснову. Человекоподобные бесы и дьяволята встречаются во многих изображениях страшного суда, созданных ранее. В русле традиции написаны и разнообразные драконы, жабы, змеи, ползающие по скалам или впивающиеся своим жертвам в самые чувствительные места. Но помимо этих канонических обитателей ада, Боск населяет его иными, нигде прежде не встречающимися монстрами, к наружности которых в полной мере применимо определение неописуемое. Иногда это чудовищные гибриды людей и животных, иногда невероятные сплавы людей, зверей, птиц и неодушевленных предметов.
К этой группе принадлежит запечатленный на центральной части птицеобразный монстр с гигантским ножом. Его птичье туловище переходит в рыбий хвост. Задние конечности отдаленно напоминают человеческие ноги, обутые при этом в глиняные кувшины. Справа от него на человеческих ногах прыгает и размахивает зажатым в человеческой руке мечом, перевернутая вверх дном корзина. Слева, на переднем плане, видны отделенные от туловища исполинские головы на коротеньких ножках. У других чудовищ есть и туловище, и конечности, сверкающие во мраке преисподней. Еще несколько демонов издают непристойные звуки, как писал Данте, а тот трубу изобразил из зада. Даже тот дракон, которого, как принято считать, создал на склоне дней Леонардо да Винчи, не может сравниться с клубком отвратительных монстров, порожденных фантазией Босха, и при этом постоянно, прямо у нас на глазах, меняющих свой облик и очертания. В этой текучести отразилась средневековая концепция ада как места или даже состояния, где перестают действовать установленные Творцом законы природы, и воцаряется полный хаос. И все же нам трудно почувствовать босховский ад в той мере, как ощущали его современники художника, знакомые с теми мучениями, которые ждут грешников в аду по визионерской литературе, вроде видения Тунгдала, и по бесчисленным проповедям они могли, если не ощутить, то вообразить себе резкие переходы от испепеляющего жара к ледяному холоду. Они сами почти задыхались от серной вони и смрада, окутывающего преисподнюю. Они слышали вой, свист и хохот демонов, и, разумеется, вопли истязуемых. Горе нам, горе! Горе нам, греховнейшим и несчастнейшим из сыновей Евы! Восклицают проклятые души в проповедях и книгах того времени. Иные из запечатленных Босхом грешников, например, стенающая толпа, которая битком набит шатер, правая створка, в отчаянии оплакивают свою судьбу. Другие же стоят перед ними с невозмутимым видом. Но из этого не следует, будто они нечувствительны к физической боли. В средние века полагали совсем иначе. Грешники претерпевают не просто ужасные, невообразимые муки, но и обречены испытывать их снова и снова. Страдания грешников не имеют срока. Это вечные муки. Венский триптих показывает страшный суд, на котором предстает весь род людской. Этим событием завершается история человечества. Следует отметить, что в видении Тунгдала и в других книгах, явно повлиявших на Босха, страдания грешников описаны так, словно они происходят в чистилище и не в некоем отдаленном и неопределенном будущем, а в настоящем, то есть идут параллельно с земной жизнью. Здесь отражена иная концепция загробного воздаяния, ожидающего каждого человека сразу же после смерти. Он должен будет отчитаться в своих добрых и злых делах, а потом в соответствии с тем, каковы его достоинства и заслуги, отправиться либо в адские застены, либо в чертоги блаженства, и уже там дожидаться всеобщего страшного суда. На исходе средних веков это воззрение было широко распространено, а Дионисий Картузианец подробно разработал его в своем труде «Диалог о личном Божьем суде», который, по мнению Альбера Шатле, вдохновил Дирка Боутса на создание двух алтарных створок. Те, в свою очередь, послужили образцом для четырех композиций Босха, так называемых «Досок», «Рай» и «Ад», ныне находящихся в Венеции. Считалось, что эти доски некогда были створками алтарного триптиха «Страшный суд», однако более вероятно все же, что это самостоятельные работы. Первоначальный облик работ пострадал от позднейших записей, красочный слой потемнел от лака, и поэтому среди историков искусства нет единодушия в вопросе о том,
принадлежат ли они кисти Босха. Однако трудно представить себе, чтобы их композиционное решение мог найти кто-нибудь другой. Левая из двух досок рая изображает, как ангелы ведут избранных по склонам холмов туда, где на вершине возвышается источник жизни. Это земной рай, некая промежуточная ступень, где праведники очищаются от последних пятен греха до того, как предстать перед Всевышним. Одна группа спасшихся уже с надеждой устремила взор к небесам. Подобные сады описаны в видении Тунгдала, и во многих мистериальных драмах того времени встречаются упоминания о земном рае, находящемся в преддверии рая небесного, прямо под ним. Иероним Босх создал композицию, очень близкую к земному раю Боутса. Они отличаются лишь в одном, хотя и очень важном отношении. Боутс представил тот момент, когда праведники входят в рай на небесах, тогда как Босх посвятил отдельную доску изображению небесного ликования. Отринув последние приметы своей телесной земной сути, блаженные души, сопровождаемые и любовно опекаемые ангельским сонмом, парят во тьме, в религиозном экстазе устремив взоры к яркому свету, сияющему в вышине над их головами. Этот воронкообразный поток света, разбитый на несколько сегментов, вероятно, был изображен на основании астрологических таблиц того времени. Но под кистью Босха он становится ослепительным коридором, по которому праведники возносятся навстречу тому мигу, когда окончательно и уже навеки произойдет слияние их душ с Богом. На земле подобное можно пережить лишь в величайшие моменты наивысшего духовного подъема. «Здесь сердце открывается в ликовании и радости», – писал Рюсбрук, – «и жилы, по которым гонит оно кровь, расширяются, и все силы душевные пребывают в готовности». Сузо описывает, как трепещущая, освобожденная от плотской оболочки душа возносится в объятое пламенем небо, где увидит безмерное, всепроникающее, недвижное, ничем не замутненное сияние, и где погрузится в бесконечное уединение и абсолютную глубину открывшейся божественности. Именно таким поэтическим языком описывал средневековый мистик миг наивысшего блаженства. Но Босх стал первым художником, которому удалось с такой же выразительностью облечь это видение в формы и краски. Вознесение праведников на третьей доске сопоставлено с низвержением грешных душ в адскую бездну. Босх и здесь следовал версии Боутса, однако опять видоизменял его прозаические образы. Грешники, увлекаемые демонами, летят во тьме, озаряемые лишь вспышками пламени, пробивающимися из расщелин в скалах. И, наконец, на четвертой доске представлено чистилище. С вершины крутого утеса в небо бьет столб огня, внизу в воде беспомощно барахтаются души грешников. Страдания, испытываемые ими, это не всегда физические муки. Мы видим, как один из проклятых, не замечая демона с крыльями нетопыря, который тянет его за руку, сидит на берегу в глубокой задумчивости и раскаянии. Ад и рай трактуются Босхом в соответствии с учением мистиков, то есть в духовном плане. О том, как Босх, стремясь передать невыразимую словами сущность божественного, использует свет, заметно влияние Гертгена Тутсиньянса и великих немецких художников начала XVI века. В пленительной Мадонне с младенцем Гертгена небесные ангелы музыканты словно светятся. Таков жар любви, который они испытывают к младенцу Иисусу. Не меньшего религиозного восторга исполнены созданное около 1513 года
Альбрехтом Альдорфером «Рождество» с его колдовским светом и завершенный Матиусом Грюнвельдом незадолго до смерти Босха «Изенгеймский алтарь», запечатлевший ликование ангелов канун Рождества. Две створки ада в творчестве Босха отличаются лаконизмом и простотой образов. Все эти особенности в той же степени присущи и сильно поврежденному фрагменту Страшного суда, хранящемуся в Мюнхене. Некоторые ученые склоняются к мысли, что это часть алтаря, заказанного Филиппом Красивым в 1504 году, однако вероятнее всего, что Босх написал его позднее, под конец своей жизни. Кусок драпировки в нижнем левом углу – это все, что осталось от фигуры, которая, судя по всему, была гораздо крупнее прочих персонажей. Быть может, Босх, вслед за Рогером Ван дер Вейденом, изобразившим на своем триптихе в Бонне святого Михаила, который взвешивает души, тоже поместил на панно исполинскую фигуру архангела. Позади и справа от драпировки восстающие из могил мертвецы, и среди них король и несколько князей церкви, которых можно узнать по короне, папской тиаре и красной кардинальской шляпе. Вокруг них рой чудовищ, чьи прозрачные крылья и длинные извивающиеся щупальца контрастно выделяются на фоне темной земли. Трудно поверить, что эти создания, переливающиеся и сверкающие подобно драгоценностям, существуют лишь для того, чтобы мучить людей. Картина ада порой способна даже подарить эстетическое наслаждение.